Привет, YouTube, привет, подписчики и гости моего канала. В экстренном порядке пришлось сделать лопату, вот, чтобы расчищать снег. Зима пришла к нам нежданно. Второй день идет снег. Что было взято? Взято вот такое вот с металлолома. Не знаю, труба, кусок трубы. Ну, короче, порезанный был металл. Он был еще больше. Пришлось здесь часть какую-то отрезать. Оставил я здесь 60 сантиметров. Вместе с этой резинкой получилось где-то 65 у меня. Толщина металла 6 миллиметров. Вот, ширина... Получилось 1,26 метра, ну почти 1,30 метра, почти. Ну, был такой кусок, такой использовал. Ширина трактора у меня 1 метр, по крыльям даже, будем так говорить. Здесь 1,26 метра, отлично, вообще шикарно подошло. Вот, что здесь, навеска, понятное дело, сзади. Перешла сюда, она у меня съемная. Здесь у меня изначально еще на прошлом тракторе я делал крепление, чтобы крепить навеску спереди. Вот. Через лебедочку, пока гидравлики нету, погода не позволяет заниматься, потому что у меня это все происходит на улице. Купил лебедочку, прикрутил сюда. Здесь зазора хватает, опускать, поднимать очень легко и просто. Быстренько, ничего не переделывая, ничего не доваривая, вон. Засверлил, прикрутил вот такое ухо, чтобы крюк зацепить. Все. Здесь все стандартно уже было готово. Здесь тоже ничего не переделывал. Поставил, вот я делал для копирования горизонта. Вот такие проушины. Это для чего? Когда едешь, двор все равно неровный. И вот это, значит, она отыгрывает. То есть отвал, как показать, он идет сам по себе. Трактор его толкает, где-то провалился в ямку, на его, как говорится, этот никак не влияет положение. Он как шел прижатый к земле, так и идет. Вот благодаря вот этим вот ушам, вещам, вот этим вот. Копирование горизонта. Вот оно на излом идет. Вот таким вот образом. То есть копирует весь рельеф. Меняется угол атаки. Вот здесь, значит, что было сделано, прикручена вот такая резина, парусина кордированная снизу, не знаю, не видно она, придавленная шиной по всей длине, прикручена, и к шине приварена полдюймовая труба. Вот она, вот по этой трубе как раз таки эта вся конструкция и скользит. Здесь где-то примерно до резины остается миллиметров 5. Для чего? Чтобы не драла землю, не резала ее. Вот такая вот штука. Лопата это двусторонняя. Вот. Здесь приварены к ней, она 6 мм, здесь приварены 10-миллиметровые такие пластины. Резаком я это все дело прожег. Ее можно будет переворачивать, если надо, где-то что-то будет срезать, какой-то слой, возможно, земли, либо еще что. Просто переверну, и она уже будет вгрызаться в землю. Вот. Значит, она у меня такая универсальная. Что стой, что стой. Вот шплин достал, никаких ключей. Отодвинул отвал. Вот здесь я сделал переходничок. Прячется в раму, никуда не вываливается. Снимаю все это одним, как говорится, дублем, кадром. Вот, шплинтик вкинули сюда. Вот еще один дополнительный шплинтик. Поправили, вкинули сюда. Все, отвал идет уже в сторону. Аналогично можно отвернуть его в другую сторону, не переделывая ничего. Делов ровно 5 секунд. Держится капитально. Я думаю, не оторвет. Но если оторвет, мы знаем, что делать. Сварка есть, болгарка есть. Вот. Убираем переходничок. в раму. Опа, пристегиваем ее на место. Все, можно работать прямым. Аналогично отворачивается. Неудобно одной рукой. Так, и в эту сторону. Также ставится переходничок. Все, это по этой лопате. Такая удачная конструкция получилась. Вот, все очень легко и просто. Прет как танк. Сам он тяжелый получился. Даже цепи не ставлю. Ну, бывает, нет там где-то скользанет. Но вот этого протектора такой у меня, луазовская резина, хватает. День-два снег растает, поэтому тратиться на цепи я не буду. Вот. Что еще вам показать? Двигатель вообще на холостых работает, что на 4-й, что на 2-й. 1-ю даже не включаю. Не, почему включаю? Где надо где-то заманеврировать аккуратненько. Абсолютно, даже не газую. Прет как танк. Что еще показать и рассказать? В принципе, вот оно и все. Труба очень полдюймовая, снизу помогает не долбить землю, а просто снимать. Вот до нее снимает. Вот здесь уже нарыто. Здесь неудобно, конечно, верстаки. Тут вся эта лопата я откидал. И остальное трактором туда, за двор, на огород. Пускай там на огороде и тает. Это здесь. Здесь, там я уже почистил. Сюда это все дело отлично. Сейчас тут еще чуть-чуть пробегусь. Вот. Даже она получилась такая тяжелая. Очень удобно. Подъехал, опустил и задом запросто выгортает снег. Если там сколько там, 15-20 сантиметров. Легко берет и вытягивает. Вот такая вот штука. Так, немножечко для примера сейчас здесь вот. Здесь, конечно, мало снега. Я его чистил с утра. А его поднакидало. Ну ничего. Сейчас покажу. Вот сейчас отвал поставил сбоку, на бок. Так, слегка. Сейчас тепло, он залипает, лепится. Ну ничего, тем не менее, лопатой не маслать. Все, сейчас я штатив уберу, задом сюда заеду. И туда его в палисадник сдвину. Здесь у меня бордюр, еще ничего не делал, поэтому на вылет не получается. Или лопату приподнимать, как надо. Ну это временное неудобство. Вот такая вот штукенция. Да, сейчас туда толкну. Вот это что скидал бугорок. Потом задом заеду. А это туда. И до свидос. Вот такая вот штука получается. Вот так убираем. Пристегиваем ровненько. И занимаемся дальше. Как-то так. Ну, здесь не разгонишься. Здесь въезд маленький, двор маленький. Там, конечно, было повеселее. Но, опять же, снимать некому. Пока все эти нюансы, недочеты сделал. Вот эти уши поставил. Все. Этот боковой, на боковой отвал эта трубка. Ну, короче, пока как-то так. Ну, как поднасыпет, тогда уже попрошу кого-нибудь. Жена приболела, чтобы поснимала, что ли, сбоку там все это в движении. Я думаю, будет интересно. Вот. Все, всем пока, всем удачи.